обязательно подсказывайте голосом. Да, там, включите сюда, мне мяч, да, мне сюда. Обязательно голосом друг другу помогайте. Если вы будете голову опустите, не кричите, все, мяч потеряли. Игра не наша. Вам нужно запомнить самое главное. Мы команда, у нас мы играем в команде, обязательно даем пас. Самое главное, вас обыграли, как говорится, плечи не опустили, а именно бежим, боремся за мяч. Если кто-то устал, девчонки сразу говорят, готовы там замениться. Руку не надо там, руку там, ну крич, заменить. Вообще все просто. Потому что ваша ходьба по полю, она затрудняет. Получается, уже играет не вся команда, а минус один игрок. Потому что один игрок уже по полю ходит. Чем больше мы в движении будем, тем динамичнее игра будет. И тем больше вероятности что-то сотворить.